Приветствую, друзья! Сегодня хочу вам показать вот такой вот тюнер. Это у нас с радио от Sony, Sony Walkman, версии Sport. Они шли такие все желтые и влагозащитные. То есть это у них есть серия кассетных плееров, CD-плееров и тюнеров. То есть, как вы видите, качество Sport серии у них очень на высоком уровне. И очень классный дизайн. Работает у двух батареек, плюс имеет очень емкий конденсатор. Так как если вставить и вытащить батарейки, еще, наверное, минуты две дисплей работает. В тюнере у них есть секундомер, вот старт-стоп и переключение, то есть следующий круг или ресет. То есть, нажимая эти кнопки, можно управлять секундомером. Вот эти вот кнопки. Это у нас старт-стоп и следующий круг и ресет. Такое вот чудо-радио. Давайте его подключим к колонке, чтобы вы это тоже слышали. И вот сзади у нас мы видим переключение чувствительности в городе и за городом. Подключение наушников. Ну, в принципе, больше всего управления бокового нету. Все на передней панели. Включить-выключить, это у нас ключик, это ну, hold, как вы привыкли на обычных плеерах, то есть блокировка кнопок. Есть AM, FM. Также есть 10 пресетов, можно 10 каналов запрограммировать в память и потом только переключать. Включать музыку, чтобы YouTube не забанил. Думал найти какую-то новостную волну, но не нашел. То есть вот такое вот чудо-радио. Действительно достойно внимания. В общем, такой вот кратенький обзорчик показать вам хотел, просто его со всех сторон. Ставим лайки, подписываемся на канал. Счастливо!